Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь в Нагано, в небольшой такой деревне. Горнолыжный, вот у меня тут сноуборд. Катались мы сегодня тут на лыжах. Сегодня хороший закат, я решил поснимать такую деревушку здесь немного. Очень красиво выглядит. Конечно, стабилизация, извиняйте, фиговая, потому что иду по лестнице вниз в этих ботинках. Но ничего. Тут какая-то вот река. Кстати, данная деревня славится своими, скажем так, ансенами. Здесь сероводородные ансены. Да, везде пахнет тухлыми яйцами. Вот такие вот лед тут. Видите, а вы говорите, снега нет в Японии. О, блин, сугробы. Таких сугробы навалило, елки-палки. А вот, кстати, это вот самый главный ансен у них. Вот это вот коричневый. Тут и иностранцев много. Вот он. Вот так выглядит. Тут всякие сувенирные лавочки. Тут вот такая вот улочка. Тихая. Тут вот большое какое-то здание непонятное. Отель, наверное, какой-нибудь. Сейчас уже вечер, мы идем сдавать арендованное оборудование. Поэтому я тут немного только поснимаю. Вот тут тоже интересны всякие вкусняшки. Фукия какая-то. Не пробовал, честно, не могу сказать, что это и какой на вкус. Тут вот прямо у них кухня. Такие вот магазинчики здесь. Алкогольный магазинчик. Тащи нужная вещь, без него никуда. Вот даже, кстати, красивый дом такой вот. Вот в новогоднем стиле оформлено, прикольно. Да, иностранцев тут много. Видимо, известное место. Сейчас скажи, как называется здесь. На люках написано. Вот. Надзава Онсен. Здесь были 18-е Олимпийские игры. Зимние Олимпийские игры 1998 года. В Нагано. Да, вот. Вот тут вот тоже, кстати, красивый такой вот райончик. Тихий, спокойный. Народу, правда, дофига. Щабу-щабу. Вот. Скияки. О, сказал я. И сойдет, когда сойдет. А, хай-хай. Мне сказали, поторопись, а то там уже, говорит, сдают, а время уже подходит. Ну, видимо, да. Надо бы поторопиться. Ладно, оставшуюся часть я сниму вам после того, как сдам. Мы продолжаем, в общем, вот такой вот здесь интересный
здесь городок небольшой. Здесь, в принципе, очень много баров, разных ресторанов, кафешек и так далее. Ну, типа Олимпийская деревня. Вот, в Олимпийской деревне здесь, в принципе, много чего есть интересного. Но, правда, с тех времен, это там какой, 98-й год, да, это очень давно было, практически 20 лет назад. Вот, в принципе, у меня даже сохранилось, ну, точнее, не у меня, а у этого, у чувака там одного. Это самое такое. Ну, пропуск такой. Интересный. То есть не пропуск, даже как кейс под пропуск, чтобы не потерялся. Да, 98-й год. Вот, поджопники продают. Вот на чем надо кататься, елки-палки. Ты мы фигней страдали, лыжи, сноуборды. Берешь поджопник, вперед. И он с этой, с горы на поджопнике. О. Ходит. Идем после бани. В традиционной обуви. Вот это с нашей компанией двое. Здесь, в принципе, вот дегустацию проводят. Видимо. Он надеется, что они купят, а они не хотят покупать. Ну, это магазин алкогольный. Можно, наверное, там и пиво недорого купить. Или вино. В принципе, в этих местах вино очень вкусное тоже бывает. Ну, не все, конечно. Частично бывает. А вот тоже неплохо так сделали, красиво. Деревья там такая вот. Кусты. И слив воды. Вот чувак набрал тут кучу баночек, пойдет потом сдаст, кстати, в Японии они, ну, прилично стоят. Голодные люди. На самом деле очень интересно, как бы, погулять, вот так посмотреть. Здесь со времен, наверное, 90-х или даже там 70-х мало что поменялось. Кроме машин. Машины, наверное, только меняются. Все дома, все вещи, все то же самое. Все старое, все такое потрепанное немного. Но, в принципе, выглядит неплохо для своих лет. Сейчас я покажу наш отель. Здесь находится наш отель. Сразу такой запах сероводорода здесь. Наш отель. Там как бы вот вход здесь есть, да, но мы заходили здесь. У них тут типа, как его называют, ресепшн. Такой вот стол интересный, старинный. Кондей, тут что-то сушится непонятное. Значит, тут всякие видики, шмидики, DVD. В общем, не знаю. Телевизор, правда, тут он что-то немного такой хреновенький уже. С полосами. Ну, всякие книжки тут, манга. Все старое. В пыли, правда, тут все. Вот. Очки, тут всякие вещи личные от хозяев. Там вот у них типа склада находится. Всякое тут, ну, как барахло их не лежит. Вот как видим, здесь давно пыль не вытирали. Видимо, не до этого. Отбоев от клиентов нет. Здесь находится карта. Ну, тут они готовят что-то. Сейчас мы тоже пойдем что-нибудь перекусим уже вечерком. Может быть, что-нибудь попить купим, может, не будем. Но, в принципе, вот, будем отдыхать. А завтра уже решим, что куда.
Вот. Ну, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, а я с вами увижу в следующих видео. До скорой связи.